Балабанов Николай Михайлович, старший разведчик 314-го артиллерийского полка, 149-й стрелковой дивизии, 3-й гвардейской армии, сержант. Родился 2 июля 1924 года в селе Малый Ашаб Ординского района. Участник Курской битвы, Берлинской наступательной операции. 15 июля 1944 года в бою за село Куты Волынской области Николай Балабанов из оставленного немцами орудия уничтожил 20 гитлеровцев. 2 днями позже в бою за село Порыцк вместе с пехотой участвовал в отражении 2 контратак противника. В ходе разведки вступил в бой и лично уничтожил 8 фашистов и захватил пулемет. В наступательных боях Весло-Одерской операции в январе 45 года наш земляк уничтожил до 50 гитлеровцев и 35 взял в плен. За годы войны получил 2 контузии и 5 ранений. Николай Михайлович Балабанов – полный кавалер Ордена Славы. После войны работал на Лысвинском металлургическом заводе –